Здравствуйте, друзья, добрый день. Пятница, 14 апреля. Ехали мы тут со Светланой по дороге мимо полей всяких. А там стоит мальчик, клубнику продает. Говорит, папа, фермер, там мед продавал, клубнику продавал. Мы подумали, а что действительно не купить клубнику? Это вот на десятку, две корзиночки, это довольно дорого. Но, то есть в магазине то же самое бы стоило дешевле. Завтра мы пойдем на поле, я надеюсь, и пособираем сами. Ну вот пока что, друзья, попробуем первую клубничку. Сейчас будем мыть и пробовать. Вот вы видите, друзья, вот вы видите клубнички-то. Так, одна за другой выстраиваются. Стройными колоннами. Да. Ты специально, Света, так их организуешь? Да. Я вот все время думала, как какой-то люди... Какой-то фигурой. Да. Я вот думала, знаешь, когда какие-то ты видишь там рекламные какие-то эти самые, лежит клубника очень красиво. Так. А не видны вот эти вот попки ее, вот эта часть не видна? Белые. Ага. Так. И она так лежит, как будто непринужденно. Так. Оказалось. Но если присмотреться, то она лежит вот именно так, попками вниз. То есть она, можно сказать, стоит на них? Да, но просто когда пойдет второй ряд, она будет уж лежать. Так. Но все равно попками вниз. Да, друзья, надо сказать, что в попках присутствует вот это вот белое. Белый элемент. Ну вот всегда, когда ты смотришь на картинках, на любую вот рекламную, да, там нету вот этого белого всего. Знаешь, Света, я подумал, мы назовем это видео, знаешь как? Клубничка без на нашем попок. Канале. Я думал, без попок. Вы еще, Света, ну, ты прямо как, даже я не знаю, нас могут не понять, у нас дети смотрят вообще вот наш канал. Ну что, друзья, мне кажется, что у Светланы получилось не хуже, чем в каком-нибудь, не знаю, голливудском коммершале, да, как шикарно. Так вот так, и вот так, и вот так. И самое интересное будет, когда я сейчас возьму и съем одну. Да. Ну что, слушайте, пахнет. Пахнет хорошо. Ну, давай, что на меня смотрит? Вот, например. Таки да, беленькая, вот там сзади беленькая. Ну, открываем сезон, друзья. Но она сладкая, давай. Сладкая? Она была не очень сладкая. Но она, правда, и не была очень красная. Сейчас вот такой возьмем. Более красную. Хорошая. Она не приторно сладкая, а такая тоже надо. Ну, не знаю, хочется сладкой клубники. Сладкая, сладкая. Что интересно, с носа, то, что идет с носа, слаще, чем то, что идет сзади. Ну, естественно, конечно. Сзади вообще она белая, то, что я срезала эти попочки, я срезала, они белые. Хорошо. Друзья, будем считать, что открытие сезона произошло. Ура! Ура!